Вот так вот. Авы, вы на канале Сика Вадит, это Ас, меня зовут Саша, и мы продолжаем играть в Dragon Age Инквизиция. Назад. В прошлой серии мы открыли новые возможности. А именно... Надо нам спускаться обратно на лифте, в общем-то. К тому месту, где все это... можно сделать. В общем, какие-то экспедиции. Сейчас посмотрим, что они себе представляют. Какие там враги, насколько крепки. Потому что по заданию с Титаном я не пошел. Именно потому, что надрали задницу. 16 уровня, ребята, там. Кстати, у нас тоже уровень возрос у всех. Повысился. Значит, я тебя начал развивать, а я тебя начал развивать. Это мастер боя. Мастер-боец. Атакуя цель со спины, вы замедляете ее. Вы знаете, как не дать врагам победить. После ваших критических ударов они остаются ослабленными. Вот давайте вот это вот. Давай. Критические удары. Это очень все здорово. У меня, надеюсь, они будут срабатывать почаще. Ты, значит, у нас будешь механиком, да? Будешь. Вы стреляете так быстро, что врагам кажется, будто... стрелков двое. Пока действует эта способность, прочие используемые вами стрелковые способности удваиваются. Прикольно, прикольно. Пусть будет, пусть будет. Варик будет удвоенными способностями орудовать. Кассандра. Храмовник пошел. Кажется, да? Вера и воля помогают вам решать всю враждебную магию вокруг себя развеять. Ладно. Вы вдохновляете спутников сражаться усерднее. Оборона, выносливость и мана вашего отряда со временем растут. И все члены отряда выполняют устойчивость к урону от вражеских. Так, получает. Берем. Отлично. Я так понимаю, это что нужно? Продолжительность 15 секунд. Ну, пускай будет одобрение на 15 секунд. А вдруг еще и спасет. Так, нет, подождите. Я же опять забыл про нашего почтенного Дориана. Дориан. Ты, значит, будешь взрыв разума. Я хочу вот это. Для этого мне нужно, наверное, это и это. Ну, сейчас посмотрим. Взрыв разума делай. Где применить? И ты какого у нас? Не то. Блин. 15. Хорошо. До 16 еще надо будет попотеть. Но тут есть три экспедиции, которые мы сейчас осмотрим. Меня немножко бесит, что нельзя двигаться. Это сделали типа, чтобы обезопасить, чтобы я не спрыгнул. А то лифт едет, двинуться нельзя. Давай. Давно не находили новых топоров или мечей или кувалд каких-нибудь двуручных. Очень давно. Так. Ага. Спуститься к развалинам Тейга Гейдрун. Вот он. Туда и ломанемся. Далеко бежать. Вполне возможно, что я это вырежу. Значит, вот мы, собственно, и прибыли. Почти. Почти. Веретянка. Нет, вьющиеся лоза. Грибов понаберем. Конечно же. Я не знаю, вьющуюся лозу я нигде больше не видел, поэтому собираюсь здесь в полном объеме. Вот мы у цели. Вот это вот построили ребята, конечно, инженеры. Ну как, деревянные, конечно. Но... что сделать? Как они умудрились там-то построить? Вероятно. Куда бы его побежать сначала? Направо, налево? Давайте сюда, короче. Каменное изваяние. Они его не доделали? Или же это его так завалило? Интересно. Что у нас здесь может быть? Шестеренки. Пятнами крови причем. Что надо? Все? Дверь не открывается? Я вообще-то рассчитывал на то, что она откроется. Или не здесь?
Где там вроде ничего нет. О! Это уже что-то интересное. Так. Нажий король. Славься, нажий король, сыр несите ему. Чем старее, тем лучше. Из книги песни слышны только нагом. Совершенного Эбриана 584 священного века. Не знаю. Кровать прикольная. Может себе такую взять? Так и не продал это. Татакаис. Уровень предмета 21, требуем уровень 18, даже брать не буду. Уровень 18, укрепленный мародерский доспех и нахрен. Максимум брона плюс 10, воин. Ладно, это возьму, может быть, пригодится. Странные вы тут мне вещички подбираете. 15 уровень, 50 максимум здоровья. Ну, пускай будет. А это даже и брать не буду, серое говно. Да, я рассчитывал, честно говоря, на какую-то битву, но может быть она будет с той стороны. Тут так просто. Каменное изваяние. Вон там вот может быть будет битва. А если нет, придется вернуться на поверхность. И потом уже, когда наберу уровнёк другой, сюда вернуться наверняка. Я бы не рискнул бы по такому мосту бежать вообще, стрёмный мост. Ну как построили, так построили. Инженеры строили все-таки. Тяп-ляп на самом деле выглядит, но надержится. Ага. Железо. Ну возьмем. Мало ли еще понадобится железяка. Вот сюда, да? А сюда нам что нужно? Обычные шестеренки или с пятнами крови? Я не уверен, что у меня с пятнами крови есть столько, сколько надо. Хотя, может быть, здесь нужно и немного. 4. Блин, 4 это все, конечно, не здорово. А у них 3. Зачем я тогда там потратил столько их? Что это? Что это такое? А, это эти твари. Это фигня. Это мы быстренько. Да. Ей поможете, да? Поможем. Ау. Где бы мне взять еще с пятнами крови шестереночек? Добыча. Это кожа, что ли, ваша? Ура. Буквально одну, насколько я понимаю. Три же взял только что. Ну, сейчас найдем. Там были еще такие же самые. Сейчас глянем. Пойдем по нашему стандартному пути. Там были еще такие теги, которые мы пооткрывали. Может, там найдем шестеренок. Значит, поскреб я по сусекам, немножечко побегал здесь и насобирал еще шестеренок. Теперь в общей сложности у меня их 5 штук. Здесь нужно 4, поэтому нормально. Все, умертвил его. Потом заберем, если там что-то будет. Да там все умерли уже. Давай, ставь. Я так понимаю, каждая требует здесь по несколько шестеренок. 4-5. Я надеюсь на... В смысле? Один чувак какой-то, и все, эмиссар? Не, он, конечно, крутой, я не спорю. Но это как-то странно. Я надеялся на что-то более крутое. Но... Эй, все? Да, ну! Ты даешь еще. Эх, ух! Ну же фигач его. Давай, давай, выколачивай всю дурь из него. Давай так. О, залипни.
Этот эффект называется залипание. Давай. Не останавливайся, главное. Не останавливайся, ты хорошо идешь. Я тебя только попросил не останавливаться. А ты взял и остановился. Как тебя понять-то? Это крепенький эмиссар, да? Теперь понятно, что он здесь один стоит. Ну что, я попробую его еще убей. Давай, третий раз крутить будем. О, по-живому пошло. Хорошо идет вообще. Давай, до 1000 доведи. Вот. Ну вот, конечно, теперь да. Да. Только не колдуйся броней, а то это очень долго будет. Вот. Ну все, считай, победили. Люблю я поделить шкуру еще неубитого медведя. О, мы его действительно убили. Что тут у вас? Эмиссаришка. Зубы порождения тьмы, и все. Возврат в Арзамар. Понятно. Не будем брать. Храмовничий длинный лук. Да ну нафиг. Это вообще все говно какое-то серое. Здесь что? Великолепная золоченая рукоять для бьянки. Понятно. Что-то мне кажется, зачарованная кружка с руной. На противоположной стороне написано «Качественные товары и заклинания Бодана и сыновей». Бодан, слушайте, я что-то такое помню из первой, по-моему, части. Dragon Age. Или даже из второй. Эх, ну ладно. Здесь ничего нету. Давайте лупанем, значит, посмотрим во второй, что. Экспедиция какая-то вообще, ну, мелкая, что ли? Коротенькая совсем. Let's look around. Да? Варик, это ты просто так ляпнул или нет? Может, и не просто так. Так. Оба-на. Даже нашли. Добыча. Превосходный пояс защиты от магии. Валос Атредум. Требование уровень 21, конечно. Сила, урон. Воин. Понятно, это Кассандри. Кунарийский рубитель, да нет, не будем использовать. Здесь что? Забраться. Так, в общем, шестеренки мы еще не нашли все. Ну как все, я не знаю, сколько их тут должно быть, конечно. Так, ну что, доковыляли почти что до второго. До второй нашей экспедиции. Но здесь нету, я здесь был тогда еще, все осмотрел. Здесь шестеренок нет, и у меня, мне кажется, не хватит на то, чтобы открыть те двери, а еще шестереночек. Тут ползти, не переползти. Пока строили, не находили шестеренок. Могли бы и найти, хоть парочку мне дать. Но нет. Им на это пофигу, на дела Инквизиции. Построили себе и все. Хотя тут это дерево держится так, я не знаю, на чем оно держится, но слишком уж громоздкие конструкции, чтобы все держалось так вот просто. Как по мне. И затратно, наверное, сколько тут человека часов грохано в это.
Да. Но. Так. Я рассчитываю на шестеренку. А может даже на несколько. Мое. Памятник Гейдруна. Глубокому. Нету? Здесь нет шестеренок? Да вы что? Ну ладно. Хоть добычу посмотрим. Плечи Бьянки. 4 уровня. Хорошо. Как они знали, что Варик придет? Эти древние гномы. Гравированные топоры с бородкой. Ну, допустим. Это фигня. Посох первого чародея. Клинок с длинным лезвием. 19 уровень. Ну нахрен. Рано пошел сюда. Возродить артефакт Арзамару. Возвратить. Вернули. И не добрали. Тут буквально всего ничего не добрали. До 16 уровня. Можно расколошматить гробницу? Нельзя? Давай, давай, ты почти уже справился. Нет. Нет, брось, оставь. Так, там еще должна быть, должна быть дверька. Вот здесь, значит, да? Хорошо, давайте попробуем поискать эту дверьку. Пускай отстанет быстро вообще. Раз и все. Оп-оп. Кстати, а здесь все? Да, здесь все. Там нигде больше нельзя ниоткуда спуститься, ничего нельзя. А ну-ка, погоди. Я хочу походить здесь, может здесь еще есть шестеренки. У основания. А ну. Ой, точно, вот как знал. Древняя шестеренка с пятнами крови взята. Давай сюда. Да там еще явно есть. Давай. Давай. А может быть и нету? Нет, наверное, все-таки нету. Вот тут нету. Нету. Ладно. Давай сюда. Угу. Ну и сейчас мы ломанемся до той двери. Я как-то рассчитывал на звучало экспедиции, ё-моё. А на самом деле это так просто. Приколюхи. И все. А мне все твердят, найдите способ разрушить барьер. Я найду способ. Мне найти способ уровень поднабить. А потом я уже за барьеры возьмусь. За разрушение их. Да, помним. Отлазил я здесь просто от А до Я. Хотя я думал, дольше потрачу больше времени на поиск шестеренок. На самом деле я первый раз просто не особо внимательно проходил, поэтому во второй достаточно урожайно собрал их. Шестереночек этих. Бьющаяся лоза всегда восстанавливается. Вот так шестеренки. Вот на этом месте лежала, хоп, еще раз лежит. Снова же. Не хочет. Ладно, хрен с ним, не буду даже морочиться. Уже тех грибов собирал, как грибник. Море морское. Где тут было-то? Здесь же мне показывает где-то двери-то. Да я не буду вас даже трогать. Уже сколько раз можно было? Где эта дверь? Где-то здесь вроде как. Может, она наверху как-то на нее... Наверх. Ладно, попробуем. Да.
Это там, где мы сражались. Все горит, все полыхает. Естественно. Хотя, чё оно горит до сих пор? Никто не потушил? А, вот это. Ага, вон там дверь. Я надеюсь, у меня хватит. Вроде бы 4. Давай. Вроде 4 шестеренки должно хватить на дверку. Благо, дело тут вообще быстро. Угу. Ну вот и прибежали. Здесь что? Арктическая шляпа? Эскиз? Рамончий лук не будем брать, это нам не надо. Есть, тут же должны быть еще шестеренки, если что. Нету. Ничего здесь нету. 200, тугая рукоять длинного меча, хорошо. Фланговое кольцо, бонус к урону при атаке с фланга. Фланговое. Амулет магии. Хорошо, амулет магии я взял. Шестеренок больше нет. Ну, хватит мне? Ой, отлично, хватило. Как раз. Это я там много их потратил. Десяток на две двери, особо не ничего не давших. Хотя эти тоже двери не особо что дают. Оба-на, ни хрена себе. Давай, сразу врубай. Давай, по лучникам пройдемся, а потом вернемся к мужикам к ним. Вот и все. Зафигачили. Мужики, давайте сюда. Эй-эй-эй, Варик, Варик, кто тебя так косит-то? А меня кто косит? А, вот этот крепенький. По 2000, по 3, блин, вообще. Закончили. 3-4. Все, это эти. Короче, старенькие ребята. Старые наши знакомые. Ну да, эта экспедиция тоже такая себе. Коротюсенькая. Дивный доспех мастера боя. Тяжелые наручи и уровень предмета воин. Может быть и пригодится. Да, да. Так и знал. Рано или поздно этот момент наступит, я это знал. Мы... Нафиг это мне надо вообще? Радужные луки. Нахрена я их взял столько? Посох боевого мага 84, это тоже говно. Все. Все есть. Дивный доспех бери. Нет. Укрепленная это фигня. Нет. 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 Только что такое разрушили. Ну что такое? Блин, что за... Я думал, фиолетовая здесь будет. Ну, а огненный посох провится. Даже на продажу брать нет смысла. Гномья ваза стоит. Понятно. Возвращение артефакта в Арзамар. Возвратили мы все в Арзамар. Плюс еще 2500, но все равно еще пятерочка не хватает. И чувствую... Опа! Что это такое? Кружечка еще одна. Кружка гнома. Утраченные воспоминания. Лучшему в мире летописцу так выдавлено на боку кружки довольно нелепым шрифтом. Довольно. Довольно нелепых шрифтов вообще здесь. Ладно, ну вроде это все. Потому что дальше уже лагерь, а еще дальше глубже. Эти самые. Нет, в этот лагерь мы не будем отправлять. Смысл? Смысла нету. Вот в этот лагерь. Хочу глянуть, что же мы тут понавозвращали такого интересного. Пивную бочечку уже возвратили. А, или это надо проверить экспедиционный. Завершено. Ну, что дальше? Мы все позавершали. Войска завершено. Хорошо. Здесь. Здесь ничего и нет. Ясно. Здесь мы все сделали. Хорошо. Назад. Назад. Он сколько кружек уже насобирали. Отлично. Сыр он еще куда-то должен был положить.
Заявки, да на заявки нам не хватает, мы знаем, чего корней эльфийских не хватает. Доспехи я не собирался готовить. Ясно, надо, значит, отправляться в ставку командования. Ремесленные материалы, что там? Улучшение. Ну что же, эта серия будет достаточно короткой, потому что я хоть и набегал здесь порядочно, но вырежу просто простую беготню там, где я искал шестеренки и собирал грибы. Потому что я, в принципе, люблю пособирать грибы. Нет, на самом деле. Потому что они нам могут понадобиться, а хрен узнает для чего. Ясно. Ну что же, на этом прервемся. Наверное, все-таки следующую серию мы уже ломанем в главный лагерь. Там в ставке командования что-нибудь присмотрим, продадим барахло. И я не знаю, ну неохота сюда ломиться на 15 уровне. Могут и порвать, а там дальше глубже могут еще и больше порвать. Чувствую, еще какое-то задание выполню, а потом вернусь сюда, и тогда мы уже здесь развернемся. А то давненько мы уже под землей сидим. На этом все. Всем спасибо. Вы знаете, как меня поддержать. Подписка, лайк, коммент. Не забывайте про полезные ссылки в описании видео. И бабай!